Билет номер 14. Вопрос номер один. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей кабины? Запрещено. Вопрос номер два. Суммарный люфт рулевом управлении самоходной машины превышает допустимое значение, указанное заводским изготовителем. В этом случае эксплуатация запрещена. Вопрос номер три. Обязательно ли пристегиваться ремнями безопасности самоходной машины и оборудована? Обязательно при любых условиях эксплуатации. Вопрос номер четыре. При каком уровне внешнего шума самоходной машины запрещается ее эксплуатация? 85 дБ на расстоянии 7 метров. Вопрос номер пять. В каких случаях не допускается эксплуатация самоходной машины? В всех случаях. Вопрос номер шесть. Проводить профилактический осмотр и регулировки самоходной машины при работающем двигателе запрещено. Номер семь. Какое отклонение от прямолинейности движение допускается при торможении самоходной машины не более 0,5. При обработке раны йодом необходимо смазать края раны и кожу вокруг нее. Ура!